Это «Вести утро» Карачаева-Черкесия. В студии Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. Ночью в отдельных районах сильный дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. В горах местами минус 1, плюс 4. Днем плюс 16 тепла. В горах местами плюс 4, плюс 9. В Черкесске кратковременный дождь, ночью гроза. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 13-15 тепла. Адыгейхабльским районным отделом госавтоинспекции на обслуживаемой территории зафиксирован аварийно-опасный участок. Это 47-й километр федеральной автодороги, подъезд к Черкесску. Больше трети всех ЧП на трассе случились именно на этом участке. Полицейские провели профилактическое мероприятие с целью напомнить водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Артур Мхце подробней. В Адыгейхабльском районе республики этот участок автодороги считается одним из аварийно опасных. За прошлый год около трети всех происшествий на федеральной трассе случились именно здесь. В 7 ДТП пострадали 4 человека. Как отмечают сами автоинспекторы, до оборудования участка разделительными барьерами статистика была еще печальнее. Основная причина дорожно-транспортных происшествий – это превышение скоростного режима, а также нарушение правил перестроения после маневрирования и несоблюдение дистанции и бокового интервала между автомобилями. Самым эффективным методом надзора за дорожным движением является непосредственно патрулирование дорог и контроль трассы на особо сложных участках, каковым является данный участок автодороги. Отремонтированная ранее трасса, с одной стороны, стала куда удобнее для передвижения, с другой, теперь далеко не каждый автомобилист соблюдает скоростной режим. На перекрестке случиться может всякое, и резкое торможение на большой скорости чревато трагическими последствиями. Будь водители более внимательными к остальным участникам дорожного движения, значительной части происшествий удалось бы избежать. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в ОГИБДД пересмотрены и изменены места дислокации нарядов ДПС. Наряды дорожно-патрульной службы приближены к аварийно-опасным участкам автодорог и в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Ежедневно экипажам ДПС выписываются служебные задания с указанием времени и места несения службы на аварийно-опасных участках автодорог и в местах с интенсивным движением транспортных средств. Что это аварийный опасный участок. Будьте внимательны, снижайте скорость, будьте аккуратны. Спасибо большое. Проверки на дорогах и профилактические наставления водителям – такие меры предупредительного характера регулярно применяют сотрудники госавтоинспекции, чтобы снизить статистику аварийности на обслуживаемой территории. Артур Мхце, Ислам Румов, Вести Карачаево-Черкесия, Адыгейхабльский район. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14:30 смотрите «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире!